4 шарика внутри, подвижная оковка. Сейчас рассмотрим замок Шериф 2 и сравним его с замками Шериф 1 и Шериф 4. Значит, Шериф 2 может быть как нормально закрытый, так и нормально открытый. Я, скорее всего, взял. Давайте рассмотрим комплектацию. Значит, сам замок. Вот они бывают разных цветов. Вот такой белый, серый и коричневый. Мы будем на сером показывать. Вот она конструкция. Вот она комплектация. Идет вот такая ответная часть. Можно этот ригель перекрутить на угловой кронштейн. Есть вот такая иголочка, гвоздик, для того, чтобы вставить вот сюда в корпус замка и находить точное место для сверления на двери. Ну, инструкция вполне подробная и хорошая. Значит, как замок работает? Принцип чем-то похож на работу перфоратора, зажимается сверло с помощью шариков. Цанговый такой зажим, видите, я его только поставил, он сразу заглотился. Сейчас конструкция Шерифа 2 стала значительно лучше и модернизированнее, чем была раньше. То есть производитель очень много разных модификаций делал. Вот видите, это нормально закрытый замок. Давайте откроем. Кстати, замок очень мало потребляет. Слышите, он щелкает. То есть замок, для того, чтобы открыть, нам нужно подать напряжение. Подавать мы можем сколько угодно долго. И вытащить ригель. То есть подали, вытаскиваем. Повторюсь, дверь, ригель туда свободно входит. И как только мы, обратите внимание, сейчас вот сфокусируется. Как только мы туда ставим ригель, у нас оковка это выстреливает. И все, в принципе, замок уже закрылся. И мы так его не откроем. Нам нужно подать напряжение. Видите, мы тянем, и замок самозажимается. Сейчас подадим напряжение. Вот эта вот внутренняя оковочка, она не выталкивается. Вот вообще в этом смысл работы этого замка. Я знаю, что вот этот кронштейн устанавливают даже на стекло, приклеивают. На клей специальный для стекла, который цветом отверждается, ультрафиолетом. Замочек классно срабатывает, мягкий, хороший, очень компактный. Мы его сейчас сравним с замком Шериф 4. Этот замок совсем другой, но имеет схожую конструкцию, как все первые замки Шерифов. Все замки Шериф имеют внутри магниты, поэтому они зависят от правильности полярности. Правильно полярность нужно на него подавать. Смотрите, этот замок, если там мы только дотрагиваемся, сразу все закрывается. Здесь нам нужно чуть-чуть придавить, чтобы завести пружину открытия. Но и этот замок Шериф 4, это нормальная закрытая модификация, отстреливает ригель. Это хорошо для шкафчиков. И это для шкафчиков. Кстати, мне самому интересно, какое усилие на открывание. Усилие удержания ригеля запорным механизмом не менее 300 кг. Усилие удержания ригеля без деформации корпуса не менее 150 кг. То есть этот замочек, вот этот маленький замочек, можно устанавливать на двери, маленький, легкий, и он будет вполне нормально работать. Это я попробовал ригель от Шерифа 4 в Шериф 2. Они, конечно, немножко разные, но он будет вполне хорошо работать. Вот такой замок Шериф 4 с отталкиванием. Конструкция немножечко отличается. Здесь обратите внимание, внутри плавный заезд, то есть ригель в любом случае попадет. Здесь, видите, фаска, и, соответственно, ригель в любом случае туда в дверь въедет. И дверь закрывается. Шериф 4. И самый
Первый из подобных замков был шериф 1. Ну, вроде как. Он конструкцию имеет немножечко не такую, как на шериф 2. То есть это нечто среднее между шериф 4 и шерифом 2. Но здесь нет отталкивания. То есть нет отталкивающего ригеля. Ну, то есть пружина вот эта, как на шерифе 4. Тоже зависит полярность. Этот замок устанавливается вот так в угол. Очень легкий в установке. Ну и усилия на поломку корпуса здесь значительно больше, чем на шерифе 2. Потому что две точки крепления. В общем-то, это хороший замочек. Вот такие замки шериф у нас есть. Повторюсь, плюсы. Очень компактный. Это плюс. Несколько вариантов цветов. Российское производство. Это значит, вы можете заказать даже там 200-300 тысяч штук. И их сделают, ну, с небольшими сроками производства. Следующее. Маленькие токи потребления. Соответственно, вам для того, чтобы управлять этим замком, достаточно одного блока питания на 50 замков на шкафчике. Это, в общем-то, удобно и хорошо. И можно использовать тонкие провода, большую длину линий. Все, в общем-то, здесь хорошо с этим у шерифов. И интересная конструкция работы. В общем-то, такие замочки. Что еще рассказать? Есть инструкция. В ней можно много чего посмотреть. Как его устанавливать, какие-то крепежи. Обратите внимание, что вот эта планка, она перекручивается. Видите? То есть ее можно сюда прикрутить. Вот эта планка перекручивается. Ее можно сюда прикрутить, можно сюда. Вот. Про Г-образный кронштейн говорил. На ящики выдвижные, пожалуйста. На дверцы. Любой монтаж. В общем-то, как вам удобно. Хорошие замочки. Можно смело использовать. Сейчас они очень интересную конструкцию имеют. Модернизированную. Раньше они вроде как шериф 2 выглядели так же, как шериф 1. Не знаю, насколько вам полезен был этот видеоролик. Оставляйте комментарии. Если будут вопросы, я на все отвечу. Спасибо. До свидания.